хорошо. Да, младшего администратора. Старший администратор, младший администратор. Генеральный водитель. Генеральный сантехник. Вот, в общем, наша клиника. Вон там он уже жужжат. Вот, там тоже жужжат. Только тихо жужжат, имплант ставят. Вот. А вот наш рентген-кабинет. Да, это твой офис. Надо елочку только отсюда убрать. В общем, ребят, так как мы теперь живем на работе, то сегодня приехала к нам... Жизнь в работе. Жизнь в работе, да. Сегодня приехала к нам Аришина, понимаешь, педагог, и говорит, может, говорит, мне, говорит, Аришу с собой привезти, чтобы вы хоть чуть-чуть свою дочь увидели. Там кладовка, Ариш, там ничего интересного. Спрячь туда елочку, кстати. Давай, похозяйствуй, похозяйничай. Вот. Это не ты. Ну, ты поправишь. Да, господа администраторы? Да. Вот. Белый. А вот наш знаменитый румбокс. Это тот талисман, который здесь меня больше года ждал. Мне его дарили в 2010 году. Изготовлено было все по музейным эскизам. Мне его дарили еще на открытии в Антеевке. Я на открытие МТИЧ привезла его сюда. И вот он меня тут год ждал, пока я сюда вернусь. Представляешь, какая работа? Здорово. Я уже рассмотрела детали. Тут моя ассистент делала. В общем, тут даже инструменты все. А тут кто? Это у меня девочка, Женечка работала. Она ассистент, и она же была зубным техником. И вот она увлекалась румбоксами, увлекается. Она причем мне как-то даже звонила и говорит, а вам, говорит, этот румбокс типа еще нужен? Я говорю, да. Этот румбокс – это ценность. Вот. Ну, потом мы покажем для сравнения современные кабинеты. Да, Егор Николаевич? Вот. Нету конфет. Все, завтра Оле скажем, послезавтра, чтобы она взяла конфеты. А между прочим, вот как положено, тут для пациентов лежат яблочки, а не конфетки. А я не пациент. Логично. Зараза. Давай, садись на шпагат. Царская Липа приехала. Вот подарки это от наших пациентов. Сказали за теплоту. Вот. А это мы вечером будем... Тирамису, шампанское. В общем, закончим с пациентами и будем, понимаешь, праздновать полноценное открытие клиники. Да? Так. Что, ребят, наш рабочий день окончен. Все уже еле живые. Вот. Мы сегодня большое количество людей приняли. И серьезные были работы. Вот. Сейчас мы закончим лабораторный этап, вернее, подготовку к лаборатории. Ты уже еле живая, да? И поедем домой. Да? Мы же уже скоро поедем домой? Сейчас Егор Николаевич все досчитает, и мы поедем домой. Потому что на самом деле сейчас 9 часов, и... Это будет наш 21-й рабочий день подряд завтра. Мы завтра должны быть здесь, не позже половины 12-го. Вот. Мы в 11 где-то будем дома. И завтра у нас снова все будет продолжаться. Ортодонтический кабинет у нас пока является... директорской. Вон, видите, вот эту коробку DHL. Это на самом деле просто, чтобы не спотыкаться, вывод установки. А сейчас Егор все выключит. Вот наш автоклав. Завтра еще кучу всего надо перестерилизовать. И вот наш... Вкладку потом. А когда ты придешь? Вот наш маленький кабинетик. Получается, в среду.
А, ну ты в среду доделаешь, и как раз он тоже подъедет, да? Да. Ну что, всем пока-пока. Мы пошли рабочие вопросы решать. Вот. Завтра все это уберем до конца, приведем в порядок перед приходом пациентов. Так что мы уставшие, но, в общем-то, уже, ну, может, не совсем довольные, но удовлетворенные. Да-да-да, я иду. Всем пока-пока.